Всем привет, друзья! Это видеоблог «Две хаски». Сегодня я приехал плавить на такой вот прудик, можно его так назвать. Погода у нас дождливая, на улице осень, 10 градусов, вода уже должна немножечко была похолодать. И сегодня мы будем ловить щуку на воблеры и попробуем плавить ее на неотгруженную резину. Здесь есть интересный коряжник с мелководьем, и вот там я хочу попробовать на нее половить. В общем, друзья, не буду терять долго времени. Ловить сегодня буду на подарок на день рождения. Друзья, вот такая вот палочка. Правильно я показываю? Да. От компании Nord Stream провокатор. Тест у нее 2,10 грамма. Это космос, друзья. Сегодня, если даже и не поймаю, я буду визжать от восторга, потому что палка очень крутая. Она сделана специально для твичинга. Можно на нее даже немножко джиговать. Строй просто сумасшедший, быстрый. Строй сумасшедший, палка. Не быстрый, а сумасшедший. В общем, будем ловить. Погнали, друзья. Так, дорогие мои друзья. Что мы будем делать-то? Что делать-то? Так, первым делом. Самая важная штука. Так, ее повесили. Что, будем пробовать на воблера, да, сначала? Начало будем воблерить. Так, сейчас поставил тысячную катушку. Палочка лайтовая. Плетенка здесь онлайн 0,6 размер. Вот, четырехжильная. Я думаю, будет огонь. Сегодня на улице дождик. И поэтому... Я в костюме. Костюм у меня не промокает. Мне очень комфортно. Щука. Щука, щука, щука. Струна. На этого реджа все хочу поймать. Он такой прикольный. А никак его поймать не могу. Воды меньше стало очень сильно. В том году тут больше было воды. Блин, летит нормально. Для твича просто, ребят. Вот для таких вот маленьких углерков шикос. Цимус самый. Ох, блин. Ох, поклевка, ребят. На паузе. Мелкая щучка, что ли? Есть. Такая маленькая. Вот она. Закушала, ребят. Ой, блин, ну ты аккуратней, подруга. Да, приятно, приятно такую палку, даже такую маленькую щучку вытаскивать. Ай, давай аккуратненько тебя мы сейчас отцепим. Не хочет она открывать рот. Поэтому мы сделаем вот так. Друзья,
Ну вот она, девочка. Давайте ее отпустим. Нет. Вон она, поплыла. Красавица. Ну, ребят, с почином. Начало положено. Обрыбил ридж. Обрыбил палку. Шикарно, просто, ребят, шикарно. Очень, даже такую маленькую щучку вытаскивать на такую палочку очень-очень приятно. Небольшое ЧП произошло. Может быть, она тут не одна стоит? Мне нравится так рыбачить. Вторая. Еще меньше, ребят. Второй. Тихо, девочка, тихо. Сейчас отпущу. Вторая поклевка. Две щуки. Кайф. Ах. А, нет, не поклевка. Не поклевка. Ладно, идемте искать активную рыбку. Тут можно так постоять долго. Так. Блин, такая она дурная. Я видел ее. Она атаковала. И вот отсюда прям с травы выбежала. И промазалась, развернулась такая. На 180. Блин, а. Паузу больше буду делать. Ой. Острый какой. О, тоже, кстати, мне на днюху подарили, но на прошлую. Максон. Так до сих пор на него еще ничего не поймал. Вот этот OSP. Как он называется? Best Mino 86. Блин, как реально, как полумертвая рыбка он играет. Мне он очень нравился. И нравится. Ну, было куча на него поклевок, но не реализовано. Так, давайте идем дальше. Выход был здесь. Вот мне нравится здесь ходить. Приходилось раньше вон там обходить. Теперь можно вот так вот просто смело. Следующий реджа обратно поставлю. Ну, может, сразу угадал с приманкой. Видали? Слушайте, ридж работает. Слушайте, ну если здесь так много щуки, то должна же быть какая-то мамка, наверное. Мать. Драконов. По-любому.
Я понял, как надо с ней. Она у нас дурная немного. Ну, прям по чуть-чуть. Слушай, такой легкий адреналин, конечно. Это не на 3900 щуку вытаскивать. Но. А есть свой прикол. О! Закончик, ребята. Вот она и покрупнее. Не пачкай меня. Вот она и покрупнее. Друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. Плыви. Ну что ж ты, эх. Вот она и покрупнее, ребята. Такая вот. Сейчас будет очень плохая вещь. Я ее отпускаю. Опа. А знаете, почему плохая вещь? Потому что если... О, кровь. Если это видео посмотрит мой тесть, он меня просто откажется от меня. Это же самый сок, как он говорит. Маленькая щучка. Короче, друзья и дорогие родственники, если вы смотрите данное видео, никогда не говорите моему тестю, что я уже поймал 3 щуки и все их отпустил. Возможно, это еще не последняя щука. Слушай, ну вот это уже такая прям... Я понял, короче, прикол. Поклевку надо... Ой, проводку надо сделать прям чуть-чуть медленнее. Более деликатно. Ух, тут такой свал, прям возле бережка. Ну, давайте сейчас вот с этой стороны его обловим, да? Вот так вот. Блин, а джиг надо пробовать здесь, я вам отвечаю. Возможно, в ямке стоит мамка. А может, и не в ямке она стоит, неизвестно. Крайне здесь. Фу, лови. Ой. Так, идемте дальше, короче. Макс говорит, типа, что ты тупишь, ставь, короче, турбину. 5 дюймов. И ищи тут монстра. Я говорю, можно. Сейчас я просто хочу дойти до конца, докидать воблерки свои и половить на джигу. Я в этом пруду ее всегда буду отпускать. Какая бы она ни была бы. Это щука. Пусть растет. Так, финишная прямая, друзья. И идем обратно. Пробуем ловить на резину. Ой, блин! А мне кажется, нормальная щука была. Ё-моё. Я расстроен. Покрупнее, мне кажется, ну как обычно. Ай, повела в сторону прям к берегу.
берегу пошла. Ну, в принципе, тут в любую сторону никуда, куда ни иди, к берегу идешь. Где моя топовая резина? Где? Вот она, моя девочка. Так. Вот это мы снимаем. Блин, ну такую страшно ставить. Такую может поставить. Или двойник. Не, офсет. Давайте поставим офсет. Так, офсетик. Ну, но не нагружены. Ой, поклевка была. Видали, вы видали? Она как, она то ли атакует, то ли она боится ее, короче. Она же 5-дюймовая. Очень интересно. Вот это, конечно, бомба вообще просто. Yes, yes, yes. Я видел эту поклевку. Как говорится, друзья, размер не главное, а главное мастерство. Просто, да? И резина. Сейчас я, подождите. Ну, почти, почти. Ой. Yes, yes, я доволен. Я поймал на неотгруженную резину. Я ни разу не ловил. Это мой первый опыт. Это мой первый опыт. И я видел, как она атаковала. Блин, тут, ну просто ты видишь приманку. Тут неважно, размер реально. Сейчас мы попробуем, пойдемте поджигуем. Сейчас я поставлю, наверное, грамм. Не, сколько поставить-то? Ну, давайте грамм 6 поставим, нам достаточно было. И пройдемся по тем местам. Так, ну вот семерочку давайте влепим. Я думаю, нормально будет. 7 грамм тут достаточно. Даже резину менять не будем. На нее вот было сейчас 3 поклевки. Очень удачный цвет у релакса. Красно-белый. Ну, в принципе, вообще цвет удачный. Ну, а сама эта приманка, я... Посмотрите видео, если не смотрели, вот предыдущее. Ссылочку я вам сейчас оставлю. Стояла. Поклевка. Вот это поклевка была. Офигеть. Ну что, друзья, вот закончилась моя двухчасовая рыбалочка. Поймал, что поймал. Конечно, хочется побольше времени уделить этому водоему, приехать, допустим, с утра и половить тут весь день, поэкспериментировать со снастями. Подписывайтесь, ставьте лайк. И не хвоста вам не чешу, и делайте как мы, а лучше. Пока-пока.